Здравствуйте, дайте мне бутылку кваса. Да, конечно, сейчас 50 рублей. Слышь, пацан, не хочешь стать гоночной звездой? Только представь, ты будешь супергонщиком, а я буду твоим учителем. Я тебя научу за один месяц ездить на гоночной машине. Что за бред? Какие гонки? Что вы несете? Ладно, как хочешь. Ну вот моя визитка, если что, звони, а я пошел. Странный дед какой-то. Еще и свою визитку оставил. Может позвонить? Эх, я и так неудачник, и шансов больше не будет. Да я все-таки позвоню. Алло, это я из бара. Где можем встретиться? Угу, хорошо. Здравствуйте, я все-таки решился. О, ты все-таки согласился. Готов стать суперзвездой? Да, я готов. Ну тогда пойдем за мной. Машина покупать абсолютно недорого. Эй, Василий, привет. Сколько тачка твоя стоит? О, Михалыч, здорово. Ну, стоит совсем недорого. 60 тысяч, и она твоя. Но раз ты мой лучший друг, скидка. Стоит 50 тысяч. Все, беру. Это, удачи тебе, Михалыч, а я пошел. Ну что, как тебе эта машина? Вау, какая крутая машина. Ладно, погнали тренироваться. 2000 years later. Вот здесь я буду тебя тренировать. Да, я думаю, будем на асфальте, а не на песке. Слушай, я всего лишь тренер, а не бизнесмен. Ну ладно. Ты машину хоть раз водил? Да, я водил машину. Ну тогда садись, я тебе сейчас все объясню. Как тут газ сжать? Вот, нажимаешь на вот эту вот кнопку, и машина начинает ехать. Хорошо, поехали. Зачем ты так сильно жмешь на газ? Нужно плавно входить в поворот. Хорошо, понял вас. Да уж, а мне еще придется из тебя за месяц сделать гонщика. Ну ладно, надеюсь, проблем не будет.